Всем привет, с вами Джага, и сегодня мы попробуем начать играть в игру Хронология. У меня даже по этому случаю есть прикупленный джойстик. Даже попробуем джойпад поиграть. Ну, немножко я уже поиграл, поэтому играть будем по главам. Первая вот, например. Она простая, маленькая, ну, для затравки посмотрим, как, что, к чему. Такой платформер с загадками-головоломками. И тут можно останавливать время. Когда-то, не так уж давно, наше общество было построено на пару, который шел из-под земли. На нем работал каждый механизм метрополии, он позволял нам развиваться. Но в нашем стремлении к прогрессу мы злоупотребляли его силой. Я видел конец света. Я дал ему случиться. Жесть какая. И тут вдруг трах-тарадах-бададах. Трах-бабах. Что-то грузится долго, хотя игрушка, в общем-то, небольшая. Может, еще сыровато, только сегодня вышло. А, вертикальная синхронизация не очень. А вот наш главный герой, такой вот, просыпаюсь оцепеневший. Сколько я здесь пролежал? Пытаюсь вспомнить, но не могу. Надо понять, где я. Действительно, где он? Глава первая, пора вставать. Вот ее мы сейчас и пройдем. Она маленькая. Ну, видно, что он в каком-то разрушенном здании, возможно, каком-то аппарате... Ну, передвижение машины какой-нибудь, не знаю, может, летательным, рухнувшим. Ну, в общем, что-то взорвавшееся. Так, значит, наш герой может прыгать. Здесь все такое знакомое, при этом такое другое, такое старое. Вот так вот. Оу, птички. Ого! А то. Что это за место такое? Однако, но все время там появляется это существо. Еще хочу посмотреть. Показывайся. Да, чужие отдыхают. Так что тут этот лес не хочет мне жизнь упростить. Какой кошмар. Почему у растения такой длинный красный язык? Что это за тиканье? Как будто часы назад идут. Вон, то устройство. Вот откуда тиканье. Я его изобрел. Интересно, работает? Опачки. И время меняется на before, то есть прошлое. Время вокруг меня распадается. Если еще раз назад, получается будущее, after. Есть before и after. Если мы не можем пройти где-то в after, мы переходим в before. И пожалуйста. Красота. Вполне здорово. Ха. Вот где есть такие цветочки, там наверняка вырастет растение. Или можно посадить. Это будет дальше видно. Платформочка. Иди сюда. А вот так. Ну, прекрасно, мне нравится, пока что просто и весело. Ага, это внизу просто ворота, мы пройти не можем, ну, дверь. Та-та-та-та-та. Значит, в бифо, в прошлом, можно что-то тут нажать. И открыть дверь, и пройти.
В общем, дверь будет открыта и в будущем. Ну и правильно. Хоп. Все, нет, еще что-то. Ого, как изменился ландшафт. Ой, ну тут поосторожнее надо. Время освобождает все эти беспорядочные воспоминания. Надо бы дать голове отдохнуть. Собственно, на этом первая глава и заканчивается. Ничего тут такого страшного и тяжелого не было. Такая вот она простая. Далее начинается ролик, но мы его уже посмотрим во второй главе. Спасибо за внимание, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!